भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो तेवराय काल काल शिवा शेव शिव सर्वेश्वराय शंभ शंभ ना फकीरी फिर क्या दिल कीरी सदा मगन में रहना कोई फ़र्क नहीं होता है जी राजा और भिकारी में कोई फ़र्क नहीं होता है जी राजा और भिकारी में दोनों की सांसें कटी हैं समय की तेज कटारी ने अपनी ही रफ्तार में हरदम समय का पहिया चलता जी कोई दिन महलान कोई दिन से जा कोई दिन खाक बिछाना जी करना फकीर फिर क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी कुछ भी पाए गर्व न करिए दुनिया ने जानी है कुछ भी पाए गर्व न करिए दुनिया नी जानी है तेरे साथ जहाँ से तेरी परछाई भी जानी है सबको अपना प्यार बाटना मीठे बोल बोलना जी कोई दिन मेला कोई दिन अकेला कोई दिन खत्म जमेला जी कर फकीर फिर क्या दिलगिरी मगन में रहना जी Намаскарам, где бы вы ни были. Здесь был чудесный ливень. Прошло, наверное, больше двух месяцев с тех пор, как здесь в последний раз шел дождь. Прошлой ночью был настоящий ливень. Все вокруг выглядит свежим, зеленым и прекрасным. Хотел бы я, чтобы все вы тоже были здесь. Но если бы вы приехали сейчас, вас бы ждал 28-дневный карантин. Теперь это стандартная процедура в центре йогиша. Поэтому прямо сейчас приезжать не нужно. Прошлой ночью все зеленые манго, у которых не хватило сил удержаться на ветках, попадали на землю. Те, которые удержались, скоро поспеют. Нет. Я говорю не только о манго. <laughs> Такова природа жизни. Есть большая разница, упадете ли вы из-за усталости или из-за того, что вам стало скучно, или из-за вашей слабости. Или из-за недостаточной концентрации. Или потому что созрели. Плод должен падать только когда он созрел. Это же должно происходить и с человеком. Вы должны оторваться от жизни, когда вы полностью созрели, а не на полпути. Из-за плохого здоровья или из-за вируса или из-за жизненных неурядиц, или из-за того, что довели себя беспокойством до смерти. Сегодня также Всемирный день здоровья. Пандемия бушует по всей планете, нанося огромный урон. Некоторые страны очень сильно пострадали, некоторые только ожидают удара. Некоторые с трудом держатся, некоторые сдались и устремили свой взор к Богу. Необходимо понимать, что если вы энергичны, радостны и замечательные, то ваша иммунная система будет функционировать гораздо лучше, чем когда вы волнуетесь и расстраиваетесь. Это просто. Сможем ли мы на 100% удержать этот вирус от проникновения в наши дома и тела? Мы не знаем. Мы стараемся. Но мы можем сделать вот что. Мы останемся такими же энергичными, как и вирус. Он очень энергичный. Он очень хорошо справляется со своей работой. Как люди, мы должны выполнить свою часть работы. Мы должны поддерживать эту жизнь энергичной и полной сил. Это может выражаться в форме радости, любви медитации или абсолютной неподвижности. Но эту жизнь нужно поддерживать насыщенной в любое время. Но это будет иметь последствия, положительные или отрицательные, в зависимости от того, какими вы являетесь. Конечно, будут люди, которые скажут, это не наука. В научных книгах нет определения того, что такое радость, что такое здоровье. Но люди радостны, люди здоровы, по крайней мере, некоторые из них. Другие только комментируют это. Ничего страшного. Но это то, к чему должен стремиться каждый из вас, особенно сейчас. У вас не так уж много работы. Здесь у нас много работы. Единственное, что мы не путешествуем. Но те из вас, кто находится дома, из-за того, что ваш офис, ваш бизнес и все прочее закрыто, я знаю, что это имеет экономические последствия, различные социальные последствия, но прямо сейчас отложите все это в сторону. Потому что экономика, общество и многие другие структуры в мире все это создано для благополучия этой жизни. Поддерживайте это живым, энергичным и радостным. Способность вашего тела, если не полностью отразить нападение вируса, то по крайней мере сражаться с ним будет гораздо лучше. Вот что все вы должны сделать. Остальное зависит от различных ситуаций. На вас влияет... Не только ваше собственное поведение, но и поведение всех остальных. Может, не все из этого в ваших руках, но поддерживать себя в хорошем состоянии, поддерживать себя настолько живым, насколько вы можете, это самое важное. Это вы обязаны сделать, потому что это в ваших руках. Все здесь выглядит прекрасно, но мир не в порядке. По крайней мере, люди не в порядке. Определенное количество людей уже больны. К сожалению, лидеры некоторых стран были инфицированы особенно в Великобритании. К сожалению, премьер-министр был переведен в отделение интенсивной терапии. Это плохо, так как это может спровоцировать депрессивное настроение у всей страны. Когда люди видят, как руководство страны теряет силу, это может повлиять на всю страну. Поэтому очень важно, чтобы лидеры оставались здоровыми и вдохновляли всех. Но, к сожалению, такое произошло. В некоторых странах это зашло слишком далеко. Даже тигры в зоопарке заражаются вирусом. Это открывает целое новое измерение во всей этой истории с вирусом. До сих пор все пытались верить, изо всех сил старались верить, что это передается только от человека к человеку, и этого не будет происходить никак иначе. Теперь те, кто играли с домашними животными. Домашние животные всегда делали людей счастливыми. Теперь и они тоже вызывают подозрения. Ваша собака вызывает подозрения. Ваша кошка определенно принадлежит к семейству кошачьих. Теперь, когда тигр, один из самых свирепых представителей кошачьих, что только можно найти на планете, если не самый свирепый вообще, Тигр тоже начал кашлять. Это открывает совершенно новое измерение, с которым тоже необходимо справляться. Если животные вокруг нас начнут заболевать, нам придется начать с ними делать то, что мы не можем делать с людьми. Многих из них придется усыпить. Возникнут все эти проблемы, и люди будут страдать от всего этого. Я говорю, что есть много-много измерений, связанных с этим, и мы не знаем, как это будет происходить. Но в то же время мы неоднократно говорили, что ответственным действием мы можем сдержать это. Очевидно, что мы не можем предотвратить это, но мы можем замедлить. Но если транспортное средство движется быстро, оно достигнет пункта назначения быстро. Если движется медленно, это займет много времени. Сейчас мы замедляемся. Несколько штатов в Индии уже заняли такую позицию. Даже без директивы центрального правительства они сами решили продлить изоляцию. Может, с небольшими модификациями, но они продлят общую изоляцию. В частности, транспортный аспект, ограничение транспортного сообщения, наверняка останется в силе. Я уверен, что в определенный момент такие указания поступят и от центрального правительства. Я говорю лишь, что многие из нас будут вынуждены оставаться дома гораздо дольше, если только вы не занимаетесь определенным видом деятельности или не работаете в определенной отрасли. Так что пришло время сделать инвестицию в свое благополучие. В благополучие этой жизни. Потому что, в конце концов, наша работа, наше состояние, наш бизнес, наши социальные взаимодействия, все это в сущности направлено на благополучие человека. Так что давайте сосредоточимся на этом. Потому что благополучие человека, ваше ощущение благополучия, приходит, потому что вы умиротворены, радостны, вы любите, вы чувствуете себя прекрасно. Вот что такое благополучие. И весь человеческий опыт происходит изнутри. Пришло время, чтобы понять и получить некоторое мастерство над этим аспектом. Многие аспекты уже доступны. То, что мы можем передать напрямую, не может быть сделано прямо сейчас. Но те направления, которые мы можем предложить онлайн, многие из них уже доступны, и мы могли бы предоставить и гораздо больше. Если у вас есть какие-то специфические потребности, мы можем это сделать. Но главное — использовать это время, потому что в будущем вы можете никогда не получить еще один такой шанс. Надеюсь, что вы не получите его, если только не сделаете осознанный выбор. Больше никогда в жизни вы не получите в свое распоряжение четыре или шесть или восемь недель только для себя. Это происходит только в жизни серьезных духовных искателей. Сейчас почти две-трети мира имеют такую возможность. И это хорошее время. Это все, что у нас есть. То, что мир бросает в нас не всегда наш выбор. То, что мы сделаем из этого, на сто процентов наш выбор. Это должно стать временем обновления. Это должно стать временем, чтобы повысить ценность вашей жизни. Это должно стать временем, когда вы действительно улучшите качество того, кто вы есть, как жизнь, как существо и как человек тоже. Сделаем так, чтобы это произошло. Садгуру, вопрос от Майи. Дорогой Садгуру, однажды я слышала французскую поговорку, которая переводится так — «Диктаторство мудрецов лучше, чем демократия идиотов». Что вы об этом думаете? Если бы вы могли управлять страной, выбрали бы вы вариант стать диктатором-мудрецом? Майя означает иллюзия. <laughs> Сначала позвольте мне сказать одну вещь. Я не планирую управлять какой-либо страной. Я подумывал о целом мире. Но не чтобы им править, а чтобы вдохновлять. Потому что... Думать о том, чтобы править людьми, будет только тот, чей образ жизни не вдохновляет других естественным образом. Я никогда не думал о том, чтобы править людьми, потому что я считаю, что это слишком грубо. Можем ли мы вдохновить весь мир? Садхгуру, вы сами признали, что ваши усилия провалились. Да, это так. Можем ли мы вдохновить весь мир? Ведь некоторыми людьми нужно управлять. Может быть, сейчас так и есть. Но так не должно быть всегда. Вы что, безнадежный оптимист? Нет, я не такой. Но я знаю, что человек ⁇ это возможность. Период, через который я прошел, был немного длинным. Но я знаю, каким человеком я был и как я ощущаю себя внутри сейчас. Так что, если смог преобразиться я, то уверен, что вы тоже смогли бы. Да? И я уверен, что преобразиться может каждый. Единственная проблема в том, что некоторые люди значительно вложились в свои собственные системы убеждений, в свои священные писания и идеологии. Люди, которые собираются в рай. Просто чтобы вы знали. Несмотря на то, что в основном перевозки в мире уже не осуществляются, дорога на небеса еще открыта. Просто чтобы вы знали. Так что те, кто считают, что это не лучшее место для жизни, что где-то еще есть место получше, Таким людям потребуется долгое время, чтобы преобразиться. Их сложно вдохновить, потому что одна нога у них здесь, а другая — там, наверху. Одно ухо здесь, а другое — там. Они придумывают то, чего не слышат на самом деле. Именно поэтому вдохновление в правильном направлении может занять намного больше времени. В остальном, это время вируса на самом деле хорошее время, потому что вирус напоминает вам. Я постоянно напоминал вам о вашей смертной природе. Но посмотрите, насколько эффективен вирус. Я потратил 38 лет и убедил, возможно, около Миллиарды человек в том, что они смертные. А вирус всех одним ударом, всего за два месяца. Я не настолько эффективен, как вирус. Но вирус сделал всю работу. Он напомнил нам, насколько мы, как жизнь, хрупкие и смертные. Давайте воспользуемся этим. Потому что, если вы не знаете, в йогической культуре. Как первый шаг на пути к духовному процессу перед инициацией, искатель или садака в первую очередь должен был пойти и провести определенное количество времени в местах кремации. Сам Шива проводит там время, сидя в такой позе в местах кремации. Ведь смысл в том, чтобы осознать основополагающую истину, что вы смертные. Почему это так важно? Это самое главное, потому что ваше время ограничено. Вот что значит быть смертным. Иначе в своем глупом уме вы продолжаете думать, что же вы сделаете завтра, послезавтра, на следующий день и на следующий день, как будто вы будете здесь вечно. Если вы посидите в местах кремации, где одно тело за другим будет сгорать дотла, а все они выглядят так же, как и вы. Погребение не приведет к осознанию этого, ведь вы начнете придумывать, что они там внизу делают что-нибудь. Кремация дает ясное осознание, приводит к пониманию того, что вы смертные. Так что в каком-то смысле это первая часть саданы, которую в вегической культуре отправляли выполнять всех а в наше время, к сожалению, нужно было произойти такую пандемию, чтобы люди осознали. Теперь осознание приходит ко многим людям, которые считали себя бессмертными, к богатым и к бедным. В целом, те, кто в нужде, всегда осознают это. А вот богатые думают, что они будут жить вечно, потому что, находясь в комфорте четырех стен, ты даже не живешь. Ты законсервирован. Когда постоянно живешь в четырех стенах, появляется ложное представление о том, что ты законсервирован навсегда. Один день или одна ночь во время неистовой погоды я отказываюсь использовать словосочетание «плохая погода», потому что это английская культура. У нас нет плохой погоды. Иногда погода очень неистовая и прекрасная. Как, например, вчера был проливной дождь. Проведите одну такую ночь в лесу. Я провел там много таких ночей. Проведите одну подобную ночь в лесу. Вы с невероятной ясностью осознаете, насколько слабым червяком вы являетесь. Червяки знают, как выживать. Вы же не будете знать. Несмотря на все ваши мозги, вы будете в растерянности. Как справиться без какого-либо снаряжения? А именно так я и ходил в джунгли, безо всякого снаряжения. Только часы HMT. Кажется, что эта компания уже закрылась. Чёртовы часы запотевали уже через несколько минут дождя. Совершенно не было видно времени. Нельзя было ни не посмотреть на звезды, ни на солнце, потому что все небо было затянуто тучами, и шел сильный ливень. И даже не было видно, куда идти. Я чувствовал себя почти как слепой, потому что было совершенно не разглядеть дороги, так что оставалось либо ходить кругами, либо сидеть на месте. Черви, насекомые и, конечно, тигры и слоны очень хорошо экипированы. Они прекрасно справляются. Вы единственные существа, которые не могут найти себе там место. И приходит очень четкое осознание, насколько вы хрупки. Одна ошибка — и рассвета вы не увидите. Одна ошибка — и до рассвета не доживете. Вот как обстоит дело. Так что, находясь в четырех стенах, большинство людей чувствуют, словно они законсервированы. Потому что, находясь в коробке, всегда чувствуешь себя таким образом. Так что места кремации и лес всегда использовались в ведической культуре как два инструмента, чтобы донести это до вас. Потому что для того, чтобы стать подлинным духовным искателем, самое главное — знать, что у тебя ограниченное количество времени. Но люди хитрее. Они начали говорить о вечной жизни, которая доступна в другом месте. В Индии вы придумали ⁇ Я буду возвращаться сотни жизней ⁇ Люди всегда пытаются найти способ, как быть больше, чем эта жизнь. Такие способы существуют, но... Этого невозможно добиться психологически. Нельзя это придумать. Так это не сработает. Даже если вы верите, что попадете в рай, если кто-то представит вам пистолет в голове, вы начнете дрожать. Вы должны быть в экстазе, вы же отправляетесь в рай, но такого не происходит. Потому что жизнь знает. Вы можете придумывать самую разную чушь у себя в голове, но жизнь внутри знает что если она покинет оболочку этого тела, тогда что будет дальше? Остается... Итак, вдохновение. Француз, который сказал это, определенно... Если бы мудрец или группа мудрецов, как говорится в этом выражении, управляла планетой, в стране дела определенно бы шли лучше, чем если бы ей управляли какие-то дураки. Но будет ли эта группа мудрецов диктаторами? Если они мудрецы, они не будут диктаторами. Потому что быть одновременно мудрецом и диктатором невозможно. Если они мудрецы, если бы их было так много во Франции, я не знаю, где вы найдете столько мудрецов во Франции. Они бы вдохновляли людей. Изменение во Франции произошло из-за вдохновленной революции. Может, это сделали не мудрецы, а рабочие, но с вдохновением. Не из-за диктаторства. Но сейчас у демократии, несмотря на то, что это замечательная идея, у демократии есть свои проблемы. Потому что постепенно политические партии, отдельные люди, те, кто стремятся обрести власть, поняли механизмы. Особенно в последние 20-25 лет они поняли математику и механику, стоящую за победой на выборах которые больше уже не являются демократическими. Они превратились в своего рода экспертное управление числами. Но тем не менее, это лучший путь. По сути, если посмотреть на демократию и диктаторство, демократию и монархию. Самый полезный аспект демократии в том, что можно сменить власть, не заливая улицы кровью. И власть постоянно меняется, что может быть как плюсом, так и минусом. Большую часть времени нет постоянности в развитии страны. Потому что каждые четыре года власть меняется. Одна группа начинает что-то делать, затем приходит другая и делает что-то прямо противоположное. Мы видели такое по всему миру. Из-за этого произошло много бедствий. Но, несмотря на это, вам нужно терпеть тех, кто был избран, только на протяжении максимум пяти лет. Кажется, в некоторых правительствах это шесть лет. 4, 5 или 6 лет. И все. Но если у вас диктатор или монарх, тогда вам нужно терпеть его от 25 до 30 лет. А так, по крайней мере, хоть какие-то изменения. Это самое лучшее в демократии. Следующий вопрос от Кадишварана. Намаскарам садгуру. В жизни мы постоянно видим, что люди не слушают и не следуют даже самым простым правилам. Как же так получается, что выше все так идеально? Как люди выполняют указания? Кто сказал, что они идеальны? Мне кажется, это волшебством. Не могли бы вы немного рассказать об этом? Видите ли? Когда кто-то делает то, что вы сделать не в состоянии, это всегда будет выглядеть как волшебство, фантастика, божественная воля и тому подобное. Допустим, кто-то ходит по воде. Это было бы волшебством. как минимум Сыном Божьим. Так же и здесь. Поскольку вы никогда не видели, как кто-то делает это, и вы сами не можете этого сделать, допустим, никто в мире не умеет плавать. Вдруг однажды один человек прыгает в реку и переплывает ее. Разве это бы не выглядело волшебством? Разве это бы не выглядело божественным вмешательством на сто процентов? Сейчас жизнь даже с небольшим количеством здравого смысла кажется вам волшебством. Могу представить, в какой атмосфере вы живете. Люди здесь несовершенные. Они стремятся быть лучше. Только из-за этого стремления. Наши волонтеры выделяются повсюду, не только в йога-центре. Просто потому что есть стремление быть лучше. Вот и все, что вы должны привнести в свою жизнь. Никто не ожидает, что вы будете идеальными, но стремитесь ли вы быть лучше? Это важно. Пока вы стремитесь быть лучше, жизнь будет становиться лучше. Забудьте о жизни. Вы начнете понемногу становиться лучше и лучше. Когда вы становитесь лучше, все вокруг вас будет становиться лучше. Вот и все. Но, может быть, этот вопрос возникает из-за тех немногих безответственных вещей, которые делают несколько человек в мире, особенно в Индии. Может быть, причина в этом. Но мы также должны признать, что большая часть населения Индии сейчас следует инструкциям и очень хорошо справляются с замедлением вируса, с замедлением его распространения. Когда в таких странах, как США, где живет лишь четверть от населения Индии, на территории в три раза больше, чем в Индии, когда там это выходит из-под контроля и распространяется как лесной пожар, насколько я знаю, количество смертей преодолело отметку в 11 тысяч. В Индии количество смертей едва перешагнуло за сотню. Уже превысило или еще нет? Оно едва перевалило за 100 при населении 1.4 миллиарда человек. Учитывая, что территория — лишь одна треть, а население — в четыре раза больше. Очевидно, что мы должны поздравить всех граждан Индии и руководство страны. Давайте не будем очернять их всех. Может, они относятся к вам не очень, потому что Ваше имя Катишваран говорит, что у вас есть миллионы и миллионы рупий. И может быть, вы ими не делитесь, и поэтому к вам относится плохо. Вы тоже должны понимать, это нечто, что каждый должен привнести в свою жизнь. Если вдруг вы обнаружите, что люди ведут себя рядом с вами не очень, если когда вы идете по улице, даже бездомная собака хочет подойти и укусить вас, вы должны остановиться и посмотреть, что с вами не так. Да? Не стоит думать, что весь мир сошел с ума, если вы постоянно замечаете, что люди плохо реагируют на вас и относится к вам плохо, вы должны остановиться и посмотреть, почему это со мной происходит. Это очень-очень важно. Если вы этого не сделаете, для трансформации не будет места. Может, вам поделиться своими миллионами, Катишваран? Если у вас есть миллионы, вы тоже нужны мне прямо сейчас. Потому что мы думаем, как расширить работу волонтеров в эти времена вируса. Если у вас есть коди, тогда вы нам нужны. Следующий вопрос от Миры. Я преданная Деви, но с тех пор, как началась изоляция, у меня нет возможности посещать ашрам. Я постоянно чувствую себя очень взволнованной и напуганной. Есть ли способ, которым я могу призывать благость Деви каждый день? Well, То, что было освящено как Деви, это физическая форма, которая находится здесь, муластаном, или коренная форма здесь. Но если бы ее влияние ограничивалось только храмом, она бы не стоила потраченных на нее времени и энергии. Ее влияние не ограничивается физическим пространством, где бы вы ни находились. Если ваши двери открыты, она доступна вам. Вы должны понимать, что есть два разных типа изображений или два разных вида освещения. Один ⁇ это просто реверберация. Вы можете заставить даже этот сосуд реверберировать. Но вы не можете получить к нему доступ откуда угодно, просто потому что он реверберирует без конкретной цели. У него нет намерения или разума. Но такие сложные освещения, как Деви или, в особенности, Дьяналинга, не ограничены физическим пространством. Очень многие... Впервые это произошло в США, Кажется, это была лишь вторая программа внутренней инженерии, которую мы проводили там. Там была женщина, которая занималась определенным видом работ с Карибских островов. Она без перерыва делала заметки. Карандашом в своем блокноте. Вы знаете, что мы не приветствуем такое. Я сказал, не нужно делать заметки, просто будь со мной. Она смотрела на меня, даже не в блокнот, просто смотрела на меня и продолжала водить карандашом. Затем, после трехчасовой сессии, она сказала, ⁇ Я не знаю, почему это произошло, вот что у меня получилось, форма, которая у меня получилась. Я не знаю, что случилось, когда я смотрела на вас, я пыталась нарисовать вас, но вот что получилось. Это была точная пропорция Линги. Этот рисунок по-прежнему должен быть где-то в наших архивах. У нее получилось изображение Линги. Вся страница была полностью изрисована карандашом, а оставшееся белое пространство было точной формы Линги, Точно такая же пропорция. Но она пыталась нарисовать меня. Так что, уверяю, освещенные формы не ограничены физическим пространством. Что касается твоего беспокойства, у тебя есть выбор. У каждого из вас есть выбор. Вы можете использовать этот ум либо для создания собственного благополучия, либо же страдания. Вы должны понять, вам нужно смириться с тем, что если сейчас вы чувствуете себя прекрасно, причина этому вы. Если вы чувствуете себя ужасно, причина этому тоже вы. Что-то другое может быть стимулом, но по сути весь человеческий опыт создается вами, вами и только вами. То, насколько вы порабощены внешними ситуациями, определяется лишь тем, насколько компульсивно вы реагируете. Если вы только реагируете, то, что вас окружает, будет определять, какими вы сейчас являетесь. Если вы осознанно отвечаете на мир, в котором живете, ваше благополучие будет в ваших руках. Благость Деви может быть использована

Shiva, Shiva, सर्वेश्वराय शम्भ शम्भ महा